Damn, you're so fine. Всем привет, мои дорогие зрители! У меня такие новости замечательные, потрясающие! Господи, сегодня прилетает Турция, мои внучата! На связи, Светлана уже все, и это, да не готовы! Ой, я говорю, бабулечка, они же едут к другой бабуле. Я говорю, когда вы приедете ко мне? Они говорят, наверное, 2-3 недели мы там останемся. Я говорю, нет, я приеду сразу на второй день к вам. Ой, господи, перемирим заруба. Счастливой дороги им. Уже бабушка другая в аэропорту в Стамбуле вылетает в Ризе. Так что навстречу к детям. И что я хотела сказать. У нас вчера в Мерсине произошло землетрясение. Было это где-то без 15-12. Я в этот момент... У меня был вчера очень насыщенный день, и я просто захотела полежать с мужем в одной комнате в кондиционере, и он мне еще так накрыл, и я вздремнула. И смотрю, что что-то так шатает в диван, и я даже проснулась, смотрю на него, а мой муж говорит... Кажется, нас трясет. Вот такие вот дела. Но это так быстро все молниеносно закончилось, что мы не успели даже испугаться. А я сказала, Бош, Вер, не переживай, мимо нас. И зато соседи повыскакивали на улицу. Он сказал, я даже не поднялась. Ну, естественно, сразу в чатах везде землетрясение, все пишут, как вы почувствовали, как не почувствовали. Сейчас для людей лишь бы какая-то новость, да, чтобы ее подтеребить со всех сторон. Вот. Вот так вот я выгляжу. Платьице таком в зеленом. И зеленые тапочки мои. Вот. Скоро внучата мои, ну, надеюсь, что скоро прилетят ко мне. Точнее, мы с ним. Со Шкемом поедем. Вот такие вот дела, мои дорогие. А я пошла на море, все. Наберусь энергии, потому что сегодня очень насыщенный день у меня. Вчера, я не знаю, снимала или не снимала, но море было вчера очень беспокойное. Знаете, очень грязное было и какого-то очень болотисто-грязного цвета. Многие сейчас там пишут, такое море было, такое. Ну, в принципе, вот эти два вечера небо какое-то красное, да? Вот. И произошло это землетрясение в центре в Мерсине. Вы понимаете, где-то в горах 4 магнитудой, 4.2. Вы понимаете, какой у нас такой, чтобы центр был Мерсин, это впервые. Возле Тарсуса, что ли, может быть, может даже так, где-то в таком, в этом месте. Но было очень странно, конечно, когда написали Денис Шихир там сразу в программах Мерсин. Вот так здесь можно купаться бесплатно. Бесплатно купаться можно. Душ бесплатен, только кабинки платные. Окей. Какое сегодня было грязное море. Вы видите, я уже возвращаюсь. Пелена, пена такая была. Именно, знаете, вот далеко, когда уплыла на 100 метров. Пена грязи была. Невозможно было ни голову, ничего не намочила я. Каркает ворона, слышите? Какое дерево огромное. Его чуть-чуть подрезали, знаете? Ага, вот и где. А вы знаете, какие вороны умные? Они поддаются обучению, дрессировке даже. Кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар! Кар! Кар-кар! Вы знаете, сегодня на балконе у меня со стороны спальни смотрю, что-то гули-гули. На моем горшке, на другом уже, в том же месте, они решили посидеть. Я их так прогнала. Я не знаю, ничего не боятся. Что за этот птицы такие? Знаете, я сейчас возвращаюсь домой. Почему я возвращаюсь домой? Потому что у меня сегодня очень насыщенный день. Я сделала свое дело. Пришла, покупалась. Много времени тратить нельзя. Во-первых, нужно контролировать переезд детей. Во-вторых, у меня сегодня... Рабочий день. Надо сейчас прийти быстренько сделать йогу. Вот. Убрать дом. Выход, ну, сегодня в свет.
Сейчас поход к зубному. Что нам предложит, не знаю. Но как-то так. Такой вот будет сегодня у нас распорядок дня с мужем. Сегодня я опять взяла аскезу. Аскеза как работает. Вот, поэтому аскезу еще взяла. Вчера поела рыбу, поела фасоль, фруктов наелась. Ой, столько чего наелась. А знаете, по поводу хлеба, помните, я пекла из миндальной муки хлеб? Прямо пахнет яйцами и кокосовым маслом. Прямо я не могу его это кушать. Ну, может, не нужно это масло класть, мне кажется. И яйца похожи как омлет. Ну, не знаю, что-то мне такое сейчас отторжение идет. Я его вчера половина хлеба выбросила. Что она лежит у меня в холодильнике, и зря. И вчера покушала кексики, поэтому сегодня я сижу на аскезе. Такие кексики мой муж взял, такие вкусненькие. В принципе, можно и самой приготовить. Ну, когда душа захочет. Сейчас душа не хочет. Вот эти дома классно летом, а зимой в них жить не так уж классно. Особенно на первом этаже мы и тут ходили, смотрели. Вот они прямо на земле, вы понимаете? Прямо на земле. И вот этот немножко другого типа, приподнятый, да? Тут моя знакомая живет с Грузией замужем. Хорошая, близкая, знакомая. В этом сите. И у них получше, конечно, квартира на подъеме. А эти прямо на земле. Это очень... Мне не понравилось. Вот такие дела, мои дорогие. Моря в это время никого нету почти. Там какой-то мужик возле меня лег. Ну, сосед, видно, по какому-то сито здесь. Постоянно я вижу. А сумка лежала, я села рядом, думаю, поближе к морю. А он пришел, говорит, можно? Я, говорю, здесь рядом лягу, ничего. Ну, я так сказала, ничего. Пока он там лег, разлегся. Я быстренько собралась и ушла. Не люблю такие вещи, абсолютно. Мой муж поэтому уверен во мне, потому что для меня вокруг никого нету остальных мужчин. Только он для меня единственный. Я даже не замечаю, иногда не здороваюсь, обижаются некоторые мужья. Машиной сигналят, там пипи, папа, там это. Но я никого не вижу вокруг. Мне нет смысла и вообще не интересно. Я очень... я женщина однолюб. Вот. И мне муж самый... Единственный, самый дорогой, он такой у меня заботливый. Вчера как накрыл меня этой простынькой. Потом землетрясение было. Мой дорогой, любимый. Там, смотрю, делают что-то, ремонтные работы наконец-то. Тут такой какой-то срач. Здесь, посмотрите, какое место можно парк сделать, да, для деток. Пока ничего не делают. Может, дом построить тоже было бы неплохо. Новая сита, да? Вот, всем прекрасного дня. Друзья мои, я собралась к зубному врачу. Сегодня вот так вот я одета. Смотрите, у меня все под цвет. Модница Светлана. Я так думаю, вам понравилось. Ну, маленький такой, небольшой макияж сделала. Лифт мой приехал. Да, мои дорогие, вот так я выгляжу. Новые штаники, которые мой Ашка мне подарил. Они, кстати, очень практичные. Так вот, небольшой такой макияж, слегка. Жару такую не так уж хочется. Сейчас иду покорять мужа зубных врачей. Что-то волосы сегодня как-то у меня шапка стоит. Такая шапочка хорошая, я просто обожаю. И хвостик, видите? Я перешла на хвостики. Какой у меня Ашкем красивый, смотрите. Видите, красавчик, видим, я кажется, клым. Но он не любит траш, я максаю мерчу. Буэн проблем. Иринджи проблем. Вот. Не любит бриться, я его заставила бриться, сзади побрила. А тут не любит. Я не знаю почему. Ну, в принципе, я так уже... Главное, чтобы душа была, да? Чистенький был. Наглаженный был. Пахнул. Остальное неважно. Ашкин, меньше бы ты свинины, чем мираки тьорим. Не ден. Чугусен,
хоть шапка, так мадын. Переживаю, что он шапку не ловит. Шимдин, не кадар сиджак, кюнештан гелио. Шапка сачим возит. Видите, он говорит, что шапка портит волосы. Ну все, пошли мы. Всем привет, мои дорогие зрители! Я вчера такая была, такая. А почему я была такая, такая? Потому что мои внуки вчера вылетали. И нужно было их сопровождать онлайн. А у меня были еще свои дела. С бизнесом связанные, с деньгами, с криптой, с биржей, с покупками. И вот бабуля разрывалась, еще к врачу ходила. Но врач зубной, слава богу, наверное, так и должно было быть. Нам на 2 недели отстранил. Не отстранил, говорит, там надо еще 2 недели, если пройдет, будет вообще супер. Но мне кажется, что это он просто сейчас очень занят, и с нами возиться нужно достаточно времени на нас потратить. Поэтому он решил на 2 недели отклонить наше рандеву. Ну, это, в принципе, хорошо. Да, ну вот смотрите, 2 недели, когда это будет, неизвестно. Но посмотрим, поживем, увидим. Так, какие у нас новости? Я возвращаюсь с моря. Легла в 6:30, меня разбудило солнышко. Так классно вообще. Ну, естественно, пока я собралась, 40 минут понадобилось. Почему? Потому что цветы полила, там в компьютере поработала. И бегом сюда. С партнером поработала, да, с новичком. И бегом на море. Искупалась, почитала главу трансерфинга 2. И вот бегу домой. Сейчас быстренько, если успею, йогу, душ. И на почту получать деньги. Вот. А потом отправлять эти деньги на платформу GigoS. Так как у меня новичок в команде, мои дорогие зрители. И вот такой вот у меня активный сегодня. Потом буду работать с новичком, обучать, изучать. И вот. Такие новости. Детки уже вчера были со мной на связи. Конечно, пока они там в Ризе были, в аэропорту, такие уставшие были, но они каждые 2 часа цели мои в виде будильника поставлены. И вот сейчас у меня была цель, сегодня у меня неожиданный приятный сюрприз, ну, что-то вроде бы того. Потом я абсолютно здорова. Следующая какая-то. Благодарю Вселенную за все. Напоминание. Установите себе в день. С утра до вечера. Каждый час или каждые 1.5 часа. И когда вот этот будильник будет вам напоминать, вы будете все время думать об этом. И это очень действует на исполнение желания, друзья. Оно также у меня телефон был раз. Поменяла его. Много чего изменилось. Много. Зрение 100% у меня есть. Но, в принципе, я сейчас читаю без очков только на компьютере. У меня ничего я не вижу так хорошо. Расплывчато все. Не могу понять, с чем это связано. Вот. А так читаю все, работаю без очков с телефоном. Ну, когда если очки одену, конечно, будет лучше. Но неважно. Вот сделайте такое напоминание, и потом будете мне благодарить. Вместе с вами иду, ой, и разговариваю, и делюсь с вами какими-то умными вещами. Надеюсь, вам нравится, а вы не забудьте поставить лайки, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Колокольчик для меня важно, хотя бы поставить какой-то смайлик в комментариях, если не хотите писать. Мне будет приятно, а вам не будет трудно, я думаю. Ведь я стараюсь. Для вас записываю видео. Вот, мои дорогие. Вчера я Ашкему, ну, так как я купила себе Маньчжуру, да, знаете, вот что? Что, знаете? Я такого мнения. Вот если вы хотите жить и покупать все суперское, да,
подними попу, иди работай и покупай. Просить у кого-то и на кого-то надеяться — это не для меня. Я никогда ни от кого ничего не жду. Поэтому, если кто-то мне что-то делает, я с благодарностью принимаю. С огромной благодарностью. Но ни на кого не надо надеяться. Нужно самой идти и зарабатывать. Даже тем женщинам, которые думают, что они сейчас замужем, у них все замечательно, да зачем им работать? Это все такая ерунда, вы не правы. Например, сейчас нумерологии, тройки. У кого тройка в дате рождения, в денежном треугольнике, то вам категорично нельзя не позарабатывать свои деньги. Тройка — это про детей, про любовь к детям. А также ни в коем случае нельзя углубляться в детей и ради карьеры бросать. И женщина должна быть независимой от мужчины. Тогда, когда она будет зарабатывать сама, у нее, знаете, что будет? У ее мужа будет очень много возможностей заработать денег. Я вам говорю, это очень серьезно. Это по нумерологии такое. И первое условие — она должна работать. Вот моя дочь сидит в декрете. Пожизненном декрете сидит. И что у нее? Ничего у нее. Потому что и муж. Да, муж за границей работает, все. Но, а как трудно, каких-то ситуациях, в ситуации попадает, что теряет деньги. Вот что значит тройка в дате рождения, особенно в денежном треугольнике. Вот, мои дорогие, такие знания я получила по нумерологии. Очень дорожу ими. Сейчас моя подружка Жанна, она возвращается в Турцию. Жанночка выходит замуж. Вот, поэтому... нету фарша. Жанна выходит замуж и везет мне книгу по нумерологии. Собачка. И я буду продолжать изучать. А вот и я, мои дорогие зрители. Так мне нравится эта шапочка. У меня же раньше было Adidas. Я вообще как-то, не знаю, не было таких фасонов. Просто обалденная. Она так хорошо от солнца спасает. А та шляпа у меня вообще классная, да? Которая у меня на все такие выходы. Да, вообще мне очень нравится. Вот, видите, у нас магазины закрыты в 9 часов. В 10 открывается. Интересно, золотая корона. Офис, когда во сколько открывается. Ну, до связи. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.